Ребят, нахожусь на металлоломе. Вот такую вот вещи здесь выкидывают. Протяжки огромные. Ну и вот тоже. Мешок с добром. Все это я, конечно, брать не буду. Немножко подвыбрал здесь. Парочку модульных фрез. Кусочек быстрореза пойдет куда-нибудь с протяжки. Хотя кто его знает, быстрорез это или ХВГ. Так я и не смог найти маркировку. Ну, короче, для тех, кто сомневается, что на металлоломе это все можно находить. Вот видно, что мы находимся как раз здесь. Ну, мне вот это все дело не нужно. В общем, ребята, в этот раз улов не очень большой. Но это всего лишь потому, что было мало денег. Но кое-что все равно. Все равно кое-какой спасенный инструмент есть. Несколько плашек. Несколько штук модульных фрез. Взял кусок быстрореза с протяжки с огромной подшпоночной пазы. Можно будет какую-нибудь мачету, может, с нее отковать или еще что-то в будущем, когда горн сделаю. Также взял еще движок авиационный. Вот он сушится, он в ведре с водой лежал. Сохнет над печкой. И пару болванок чугунных. Ну, куда-нибудь по-любому пригодятся. Болванки где-то диаметром 160-140. Около того. В общем, такой маленький уловчик. Следите за видео, увидите и более существенные уловы. На этом все. Благодарю за внимание. Всем пока.